Что будет, если самый слабый клуб сыграет против самой слабой сборной, но без правил? Кому же поможет отсутствие судей на поле? Давайте посмотрим. Правил в нашем матче не будет, как и судьи. Должен забить. Рикошет от защитника и гол. Кончится, но защита справилась. Хозяева вынуждены играть без мяча. Извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Гол! Сравняли счет! Угловой. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Гол! Они опять впереди. Не хотят играть в ничью. Есть удар. И удар. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. И это все на